Жила-была Золушка. Все домашние заботы лежали на ее плечах. Стирка, уборка, приготовление обеда. Поэтому и некогда было ходить в школу. Но домашние задания за ее ленивых сестер ей приходилось делать каждый день. Но все домашние хлопоты давались ей легко, потому что полученные знания она применяла в деле. И вот в королевстве был объявлен конкурс на лучшую жену для принца. Претендентки должны были показать все свои знания, умения и навыки. Золушка с легкостью справилась с заданиями. Ей пригодились знания, полученные при выполнении заданий по химии, биологии, математике. Особенно принца поразили ее знания иностранных языков. А ленивые сестры даже не прошли отборочный тур. Так как никогда не выполняли домашнее задание. Золушка же жила с принцем долго и счастливо.